Шед. Шед. Пошел нафиг. Шед. У тебя 700 тысяч на канале. Иди делай ролик. Иди на. Шед. Че? Ну че за фигня? Че? Давай, иди делай ролик. Задолбал уже у помойки сидеть. Окей. 8 гребаных часов спустя. Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и тут до меня дошли слухи, что у меня на канале аж 700 тысяч подписчиков! Охренеть, ребят, спасибо вам большое! Так, и сейчас будет видео про это. Давай сейчас сниму кофточку, а то как-то жарко. Что ж, ребят, обалдеть, потрясающая цифра, 700 тысяч. Я уже как-то не помню, когда я последний раз праздновал какие-то либо там сотни там тысячи подписчиков, но вот здесь почему-то вот прямо захотелось. Совпало несколько самых таких прикольных дат. Во-первых, у меня сейчас 700 тысяч подписчиков, это клево. Во-вторых, у меня недавно, 26 мая, был день рождения. И, ребята, это вообще классный подарок такой получился, что у меня вот день рождения, прямо вот считайте, в этот день у меня 700 тысяч на канале. Бабамс! Хотел записать видео, но как-то не сложилось, но вот делаю это сейчас. Короче, ребят, я хотел сделать видео про свои старые видео. Знаете, популярная тема, когда блогеры делают видос о том, какие они были раньше. И вот здесь, я думаю, самый лучший такой момент обратиться ко всем ностальгическим воспоминаниям и посмотреть, какой я был раньше. А то есть люди, которые говорят, раньше было лучше, шит уже не тот и так далее. В общем, сейчас мы это все узнаем. Погнали! Итак, ребят, давайте пойдем с самого начала. Как вы знаете, вот этот вот канал, это у меня второй канал. То есть, у меня мой первый канал сейчас называется «Записи стримов Шеда». Я вот изначально делал видео на нем. И давайте сначала старое видео. Окей, старое видео, 5 лет назад. Это «Танцы минус город сказка» кавер, твою мать. Ну, мне стыдно немножко это смотреть. Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги. Я умею ходить, и поэтому иду. Иду навстречу светлым винтам. О, боже, я не знаю, это так забавно. Это ведь так забавно. Блин. Ой. Такой, я не знаю, молодой, маленький. Сердцами золотыми волосами. Ой, даже сам лайк себе поставил, ребят, сам лайк поставил. И вот самая интрига, что это не самое мое первое видео на YouTube. Какое было самое первое, ребят, я вам покажу в конце этого видео. Окей. Расскажу вам, кстати, прикольную историю. Под этим видео, когда оно только вышло, был комментарий. Там типа, за-за, там шепелявишь и так далее. Хотя я еще не заметил, что я шепелявлю, ну похеру. Вот, и я там как, такой, знаете, молодой был, глупый. И, короче, зашел на канал того чувака, а у него там были какие-то непонятные видео, типа летсплеев, ну, говно какое-то, вот. И я такой, вот прям вот полыхнуло у меня сзади, такой пукан прямо... Вот так сзади там разорвало. И я так, чувак, там, ты сначала в игрушки перестань играть и на гитаре научись, йоу. И, короче, вот спустя 5 лет у меня игровой канал, на котором я делаю видеошки по играм, всякие развлекательные. И я уже не сужу людей так столько. Вот, эти комментарии уже давно-давно удалены. Но, блин, это вот такая забавная история, что никогда не знаешь, как все повернется. Вот у меня шли кавер. Там просто ролик. Мы выступали, да, я играл в группе. Мы прям даже выступали в клубе. И я там даже пел и играл на басу. Бат. Окей, качество видео, как вы видите, самое такое, ну, паршивое, потому что снимался там на обычный фотоаппарат, когда вот это, на концерте. О, это было весело и забавно, если хотите, можете зайти в мой старый канал посмотреть. Да, вот, смотрите, игра на гитаре, а потом херак натин на Майнкрафт, опа! Трэш Survival Craft, с чего все начиналось? Всем привет, я хочу сделать свой летсплей на игрушку Майнкрафт. Не знаю, что из этого получится, так, чисто для себя. Еще музычку поставил на заднем план, слышите? А сейчас меня, наверное, это видео забанят на ютубе. Периодически в такую жопу забрасываешь, что лучше бы даже не появляться. Ладно, я думаю, будут джунгли. Я просто в этом уверен. А теперь расскажу вам еще маленький секретик. Я, короче, вот эти первые два видео я снимал, их сначала снимал, а потом, короче, когда монтировал, я их озвучивал. То есть я озвучивал, смотрел на то, как я играл. Это вот вообще жесть.
Ай, летсплей Майнкрафта. Летсплей Майнкрафта. Ладно, окей. Давайте перейдем к чему-то более интересному. У нас понесся Trash Survival Craft. Вот он несется, несется много его. А вот где мое первое видео с камерой, именно с камерой? Давайте посмотрим. А, по-моему, оно называлось... Да, Nightmare House 2. Это была страшилка, которую я захотел записать с камерой, чтобы было видно мое лицо и мои эмоции. Давайте посмотрим, ребят. Всем привет, с вами Шет, вот он, вот такой вот я. И сегодня мы с вами будем играть сравните. В игру Дом Кошмаров 2. Точнее... Вот просто, ребят, сравните меня сейчас и меня тогда. Блин, я не знаю, конечно, это прикольно было, но такое худое и... Такой, не знаю... Это мод ко второй Half-Life. Странный, борода, он мне кажется, в тему. Он написан на Source. О боже, еще и заговариваюсь. Не, это вообще пипец. Самый фейл, короче, что вот в этом видео у меня была плохо настроена вебка, и она через там секунд 30, все, она закончилась, и больше вебки не было. И я вот просто проходил вот так, этот самый Nightmare House 2. Ах, офигеть. А потом я настолько офигел, что стал делать подкасты, вы представляете? Всем привет, с вами Шет. Давайте осмотримся. А, короче, на заднем фоне стоит стена, там гладильная доска, утюжок такой, ля-ля-ля-ля-ля, я утюжок. А, гитара на заднем плане, окей, это лампа, телефон, и я такой бородатый, точнее, не бородатый, заросший, без бороды и худой. Сегодня у меня небольшое объявление. А я завтра... Качество звука, а? Я на весь вечер, на весь день, вообще на сутки и больше вообще буду недоступен, но никаким образом буду... Висеть. Господи, это мое видео перед выпускным? Какой же трэш! Придется отмечать. Как это вообще... Как можно было на этом поднимать аудиторию? Как это... Как вообще можно было смотреть это? Наверное, будут... Жесть! Ну или если не 29, то можно, в принципе... Блин, офигеть! Это пипец. 3000 просмотров, 113 лайков, 3 дизлайка. Это старое видео! Fuck yeah! Что ж, ребят, вот вам еще одна небольшая история из развития моего канала. Это то, как появились голодные игры. Первая серия голодных игр, вот такая вот, как сейчас их делают все, она у меня вышла 18 мая 2012 года. Если что, это вот реально, я первый человек в Рашке, кто стал делать именно вот так вот голодные игры. Но самое клевое, что этот режим мне показал мой друг Максим, который и сейчас у меня иногда встречается на стримах, и вообще всячески в моей жизни присутствует. Вот, спасибо ему за это огромное. Так что, Макс, если ты внезапно смотришь это видео, спасибо тебе. И вы, ребят, знаете, что именно ему вы обязаны всем этим 100 с лишним сериям голодных игр. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим, как начиналось вообще это. Как вообще начиналось свое первое видео о голодных играх. Всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать в Майнкрафт. Сейчас я буду играть в карту Hunger Games. Hunger Games. Голодных игр, карта на выживание. У нас тут есть... Я в тот момент купил микрофон, как у Юзи, и хотел, чтобы он у меня нормально работал. Он нихера не работал нормально, и я считал, что, блин, ну хоть что-то. Не зря же я потратил там 1000 рублей на него. Ну ладно, а теперь пойдемте на мой настоящий канал. Я, короче, перешел на него, потому что у меня там были проблемы с партнеркой на старом канале, и они мне там взяли, дали, отрубили монетизацию, дали бан на видео. Короче, меня очень сильно ограничили там, и я такой, окей, пока-пока, я пошел на новый канал. Вот, и мое первое видео на этом канале. Слушайте, я даже не знаю, давайте посмотрим. Первое видео на этом моем новом канале. Вспомнил. Черно-белый видос. Всем привет, с вами Шет, и я хочу поприветствовать вас на своем новом игровом канале. Еще в рубашечке такой, а? Оцените. Скоро будет видео по новой игрушке, так что ждите. Всем до новых встреч, всем пока-пока-пока. О, боже, новое видео по новой игрушке, это Black Mesa. Боже, мне так стыдно смотреть на то, как я себя вел. Я не буду смотреть. Всем привет, с вами Шет, и да-да-да, это совершилось! Black Mesa вышла, наконец-то она вышла. Хватит, я посмотрел. Ладно, и дальше что у нас продолжалось? Дальше у нас была Black Mesa, дальше был Tekkit, Minecraft и так далее, и так далее, и так далее. Вы оцените, какой матч я вот на этой превьюшке. Просто посмотрите, такой крутой, с длинными волосами, с гитарой сидит, такой, йоу. Я по железной дороге иду, не свернуть мне не вправо, не влево. Так, окей, а теперь давайте посмотрим, как я эту песню перепел вот последнее там время, когда-то давным-давно. Это было кейсы в реальности, оно собрало почти 500 000 просмотров. По-моему, стало лучше.
И вот так вот, ребят, видео копились. Я их снимал для вас. Вы их смотрели, и все было хорошо. Но вот еще один такой ключевой момент хочу показать, который вот тоже определил мое направление канала. Это появление у меня в видео и вообще вот у меня у самого Oculus Rift и мое интересование виртуальной реальностью. Давайте посмотрим на мой первый видос с Oculus Rift. Погнали! Первое видео с Oculus Rift, ребят. Эй, ребят, где вы? Всем привет! А если более-менее серьезно, то всем привет, с вами Шет, и я хочу показать вам то, что я недавно получил, приобрел, нашел. И гитарка, кажется, не вот уже новая висит. Все крутится в разные стороны. И вот, роллер-костер. Вот всегда страшно. Роллер-костер, давай! Жесть! Господи, это, внимание, смешное, 2014 год, не происходит, больше блин... 2 лет назад. И вот со временем я делаю видео по арку, я делаю видео по сабнаутике, добавлял новые прохождения, там, постел прошел, еще что-то сделал. И все было прикольно. Итак, ребят, сейчас хочу вам показать видео, которое мне самому именно нравится. Я вот не могу сказать, что все видео прямо вот мне нравятся, прямо вот их задумка мне прикалывает и так далее. Но вот это вот одно из тех, которые я бы сам у себя пересматривал. Давайте его сейчас посмотрим. Ну и что ты смотришь? Всем привет, друзья, меня зовут Шет, и сегодня я расскажу вам одну историю. Ну давай, засраночка, ну заводись, ну пожалуйста, ну родимая, давай. О да, ну давай, молодец, о да, поехали. Это видео было о том, как я, типа, поехал на остров, и там развалились всякие стрёмные события. Я не поленился монтировать, не как обычно это у меня было. И получился классный видос. Так что, ребятки, я думаю, что мне нужно просто не лениться монтировать. Но в любом случае, вот я делал видео, а вы писали мне свои комментарии, выставили лайки, и это все мотивировало меня снимать другие видео, новые видео. Я не все сделал правильно, но, ребятки, видео выходят, и надеюсь, что они вам нравятся. Вот, и давайте вот на этом закончим. Пожелаем удачи мне в том, чтобы я делал видео хорошо, регулярно и правильно. И пожелаю удачи всем вам, ребята. Хочу поблагодарить вас за все подписки, которые у меня тут есть. Спасибо, что вы лично на меня подписаны. А если вы еще внезапно не подписались, то подпишитесь обязательно. Вот, ребятки, на этом все. С вами был Шет. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Все есть, короче, в описании. Вот, и всем удачи, друзья. Всем пока. Ребят, чуть не забыл, мое самое первое видео на YouTube, которое никто не знает. Короче, оно гуглится по девочка весна кавер. Это тоже был кавер на гитаре, но это пипец. Да, и вот, 6 лет назад, канал называется Street Hedgehog, полосатый ежик, твою мать, бред полный. Ну, неважно. Короче, заходите, и вот, я не буду ничего больше говорить. Кому интересно, ребятки, делайте вот так девочка весна кавер. Находите и смотрите. Вот, жду ваших комментариев в комментарии. Все, всем удачи, пока.